проявили желание, обсудили и сделали. Фермеры Алтайского района на встрече с главой Сергеем Черепановым приняли решение собрать и отправить гуманитарный груз для жителей Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Сергей Васильевич связался с Юрием Проскуриным, помощником губернатора Алтайского края по специальным поручениям, который в настоящее время находится в Луганской Народной Республике. Вопросы, связанные с транспортировкой гуманитарного груза, были решены. Проскурин заверил, что груз примут и распределят между нуждающимися жителями Славяно-Сербского района. Предприниматели Росташевского сельсовета выступили с инициативой собрать урожай и отправить его нашему братскому славянскому народу в ЛНР, ДНР. Кроме крупы, в гуманитарном грузе и каши быстрого приготовления на сумму около 1 миллиона рублей. Мы отправили продукцию растениеводства, выращенную на наших полях. Там гречка, овес и различные крупы. Всю продукцию уже упаковали и погрузили в фуры. Всего получилось 19 тонн гуманитарной помощи. Машина отправлена в Барнаул, а дальше груз продолжит свой путь по воздуху. Дмитрий Дроздов, «День с толком».